Тем временем к нам пришел гость из Португалии, с крайней точки Европы. Мануэль, uh, расскажите, пожалуйста, историю вашей компании. Hello, I'm I'm from in uh, the oldest canary fish in the world, still in activity. Uh, we are producing, and exporting our wide range of uh, products to the Russian Federation. and we are developing a partnership to produce the truth here also in russia for the russian market and kazakhstan and all the neighboring uh, markets. we are very proud to be here. it's the first time we are here. we have been approved by, by the local authorities and russian authorities to export our products. and that, that's the first time we are at prodexpo. and we are very proud to be here and to present our 14 own brands and our quality, premium quality and standard retail quality. Мы очень рады быть здесь. Мы самое старое производство консерв в Португалии. И также мы подписали партнерство на производство и распространение наших консерв на территории России и стран СНГ, СНГ включая Казахстан. Мы очень рады здесь быть, мы в первый раз на этой выставке. И у нас продукты премиум качество, и мы будем очень рады презентовать наши 40 брендов на рынке России. Мануэль, uh, скажите, пожалуйста, какая линейка продукт, какую линейку продукции вы привезли на выставку Prodexpo в 2020 году? Мы well. so well. uh, производим uh, различные консервы из, из сардин, сардины, филе сардин, сардины в uh, филе тунца в томате. И uh, на российском рынке мы хотим представить около 14 брендов. Мануэль, uh, скажите, пожалуйста, uh, как нашим зрителям можно найти вас и прийти попробовать вашу продукцию? How uh, can people who visit this uh, expo uh, find you on the exhibition? Yes, we are on the pavilion number one, uh, stand D86. Uh, so please be invited and free to visit us at any time. Uh, nevertheless, we have also our own website, www.vermeters.pt. Thank you. Мы находимся на стенде 86, также у нас есть э, сайт, э, так что добро пожаловать. Мануэль, спасибо вам огромное и желаем вам поскорее выйти на прилавки э, российских ритейлеров.